Друзья, всем привет! Часто под видео про Хьютер bs 62 люди стали задавать вопросы, а что из себя представляет Хьютер bs 52 И для меня это, конечно, довольно-таки очевидный вопрос, но у людей все-таки он возникает. По сути, Хьютер bs 62 и bs 52 это одна и та же бензопила. Типичный китаец. Разница в кубатуре у них, ну, плюс-минус около 4-5 кубиков. Несмотря на то, что там написано 62, по факту, там в лучшем случае 58 кубиков. В худшем 54. Здесь же хьютер BS 52. Чистая кубатура от 50 до 52 кубов. Сколько там точно мало кто вам может сказать. Эти хьютера производятся давно, еще до хьютера BS 62. Их продавала компания. И до сих пор они пользуются таким капитальным спросом у нас в стране. Дело все в том, что у нас в стране все, что на немецком, пользуется хорошим спросом. Я даже сам себя иногда ловлю на мысли то, что вижу где-то рекламу, допустим, ВКонтакте, там написано. Бензопилы, какая-то марка торговая или там шуруповерты. Из Германии, высочайшее качество. И вот я себя ловлю на мысли то, что я снова ведусь на ту же рекламу с тем же немецким названием. Так и здесь. Хьютор компания, которая делает товары в Китае, на китайских заводах. Германия, она, кроме как, вот этим вот флагом. Насколько мне известно, никакого отношения не имеет. И вроде бы она, эта компания, в принципе, была зарегистрирована, то ли в Латвии. Ну где-то в этих краях, то ли в Эстонии. Но бренд Хьютер играет на руку этой компании, и люди интересуются только из-за названия. Я вам, как есть говорю, у меня первая бензопила была Хьютер, и я ее купил именно из-за бренда, потому что думал то, что она действительно немецкая. Поэтому люди часто интересуются этой продукцией и ее приобретают не потому, что она там сверхтехнологичная, надежная или еще какая-то. Стоит эта продукция на уровне такого небюджетного Китая. Это, так скажем, по ценнику премиальный Китай, если можно так выразиться. Но при этом данная бензопила никаких себе изысков не несет. Даже тот же калибр профи по, так скажем, нововведениям и доп. опциям намного Превосходит тот же хьютер. Хотя по цене хьютер BS52 и Калибр профи одинаковые в ценовой категории. Хотя на том же Калибр профи уже стоит лучший воздушный фильтр. Стоит стартер лучшего качества, стоит тормоз цепной, э, с двумя точками крепления, стоит поршневая, офигительная, она крутится. Хьютор тоже, знаете, бензопила неплохая, но при этом у нее есть ряд плюсов и ряд минусов. Из плюсов можно сразу сказать то, что это шина. Шина у них действительно надежная. Сейчас они ставят хорошие цепи. У них хорошего качества коленвал идет. Что интересно, эту бензопилу я разбирал, я здесь менял поршневую, она ко мне попалась, неисправной поршневой. У нее жесткая посадка на подшипниках, что довольно-таки большая редкость для китайских бензопил. На этих бензопилах чаще всего стоят довольно-таки надежные карбюраторы, которые ну, безотказно работают. Может и не продолжительное время, может там мембранки высыхают, но запускаются такие бензопилы на ура. У меня было два хьютера BS-52, может даже и три. И все они запускались просто идеально в течение года на лесозаготовке, пока не погибли от некачественного масла. Может и топлива. в общем поршневые на них погорели. Поршневые, кстати, на них стоят очень хорошего качества, надежные. Про цепной тормоз я говорить не буду. У меня возникали нарекания на цепной тормоз. Стартера у меня на них не ломались. Здесь уже был поломан стартер. Не скажу то, что он там супер износостойкий, как на том же обычном калибре, но при этом лучше на голову выше, чем на обычных китайских пилах. Стартер действительно ходит. Воздушный фильтр здесь стоит убогий, сразу же ставить дополнительное кольцо я открывать не буду здесь. Кстати, вот эту штучку поменяли, прошлое рассыпалось, прямо у меня в руках рассыпалось. Воздушный фильтр стоит, вроде бы он и большой, но при этом пыль пропускает. Лечится все это дело при помощи, как я уже показывал в предыдущем видео, ВДшки и сюда колечко-резиновый уплотнитель ставится. Что интересно, это старый хьютор. Ну, по нему видно то, что ему уже много лет. И у него стоит между стартером и карбюратором там есть такое окошко, через которое воздух проходит, подается в камеру карбюратору. Там стоит, здесь вот вот тут вот, стоит поролонка что сейчас я вижу на калибрах, и она очень себя хорошо показывает. На новом хьютере BS62 этого поролона я не увидел. Часто, кстати, на хьютерах протекает масло. Почему-то на новых хьютерах, на старых, вот это старый хьютер, на нем здесь ничего не течет. Это масло не от хьютера, это масло здесь было. Так что, друзья, можно покупать эти пилы, но учитывайте то, что стоят они недешево. А Резинотехнические изделия, те же шланги, хоть они здесь и в пружинной такой оплетке, но они становятся деревянные. Становятся деревянные довольно быстро. Н не могу сказать, то, что это лучшая бензопила за свои деньги. То, что это в принципе какая-то там бензопила, которая заслуживает отдельно огромного внимания. Я вам даже больше скажу, я такую бензопилу учитывая ее стоимость, вряд ли себе буду покупать. Есть много аналогов, типа Чемпиона 362, 254, 256, Калибр Профи, Калибр 2600У, которые будут не хуже этой бензопилы. В некоторых местах и лучше, ну где-то дешевле. Если у вас, конечно, нет такого богатого выбора, как у меня, такую бензопилу можно взять. Вообще, знаете, меня политика компании Хьютер немножко как-то смущает. Ребята ничего нового не предлагают на рынке, никаких э, изысков, так скажем, бензопилу не добавляют, которые бы повышали ее надежность или ресурсность или удобство при эксплуатации. Выпускают базовые модели, абсолютно базовые. Да, говорят у нас там офигительная поршневая, хотя не знаю, что в ней офигительного. Я не смог фьютер b 62 раскрутить нормально на обороты вывести. Я его разобрал на запчасти хьютер b 62 Потому что я из него мощность, которая была бы была достаточной для работы в моих руках, я не смог выжать. У меня часто 52-кубовые пилы работают бодрее, чем тот хьютер, который у меня был. Этот хьютер я его не буду себе оставлять, я просто вам решил показать, собрать, как это дело выглядит. Да, он заводится, но почему-то он не крутится, он не развивает те обороты, которые бы мне хотелось. Я думаю, то, что это как-то связано или с коленвалом, или с модулем зажигания. Возможно, именно в них кроется вот эта вот разница между бензопилами. Одни спокойно чувствуют 13 тысяч оборотов, а другие на 12 тысячах уже умирают. Так что, друзья, как-то так. Такой средничок получился среди бензопил, но по цене не самый бюджетный. И пока что у хьютера никакого развития за последние 5-7 лет я не наблюдаю от слова совсем. Ничего нового они не привозят. Цены они берут только за бренд. Продукция нормального качества. Ничего сверхъестественного, но нормального качества. Так что в двух словах как-то так показывать, как пилить, я вам не буду. Если есть желание, в Ютубе набирайте, посмотрите, как люди пилят, потому что это все сугубо индивидуальные вещи, которые зависят от остроты цепи, породы дерева, потому что все деревья пилятся по-разному. От диаметра ствола, от того, сухое это дерево или нет. Поэтому Смотреть по видео, как пилит бензопила, особенно не настроено, я особого смысла не вижу. Все они примерно одинаково пилят. Есть, конечно, экземпляры, которые дубасят. Вот он, бедный стоит, калибр. Вот он дубасил. Калибр профи дубасит. Чемпион 362 тянет. Не дубасит, а именно тянет. Вот и все, друзья. Ладно, благодарю вас за столь длительное ожидание. Окончание ролика. Те, кто смог все-таки это досмотреть. До скорых встреч.